И всем здрасте, здрасте, да, с вами, в общем, Егорка, и мы сегодня с вами продолжаем играть в игру Don't Starve. Вы в гостях у Умки, и сегодня мы с вами, сегодня мы с вами опять продолжаем играть в Don't Starve. Это наша с вами вторая серия, так что все ништяк, все путем. Я вот тут вот накопал, так, две могилы, так, что-то у нас всякие бивни, бувни, бавни. В общем, вот две могилки тут были, и мне выпал сапфир и челюсть. Так, нормально. Значит, что я хочу сделать сейчас? Так, надо Честера открыть. Вот, я, да, кстати, уничтожал паучков. Вот, что у меня есть. Так, давайте возьмем немного. Я засуну туда каменный блок. Я сделаю себе вид одежды под названием... Так, что тут в бою я могу сделать? Я не знаю. Одежда под названием... на голову называется цилиндр, вот. Так, это бивень должен быть, но у нас его нет. Так, удобный жилет, толстовочка, всякие хреновины, вот. Соломенная шляпа, цилиндр. Ну, в общем, пока нам из этого ничего не надо, так что паутину где-то наш Честер спрятать. Так, вот так вот, все ништяк. Все ништяк, просто давайте сейчас вот так сделаем. Сунем. Так, сунем. Что нам куда сунуть? Есть тут что-нибудь сунуть? Всунуть. Вот, шишки есть. Угу, так, назад. В общем, сейчас прервемся ненадолго. Примерно на секунд 30 я отвечу тому парню, потому что тут сделочка небольшая случается. И мы с вами продолжим. Так, все, переговоры наши в полисе закончились, и мы продолжаем. Так, что я подумал? У меня палки есть с собой, так что давайте сейчас заберем золото у Честера, и мы как раз сделаем то, что мы хотели. То, что я хотел, это продвинутые шмотки. Вот, элитный топорик. Ну ладно. Так, это сюда. Вот это можно теперь вытянуть. Нафиг мне это вообще дерьмище теперь нужно. Так, значит, что я хочу сделать сегодня? Сегодня... Так, ой, лол, точно. Надо этот же хаммер, ломающуюся же хреновину. Вот он, молот. Есть, все, ништяк. Пошлите. Теперь нужно нам найти где-то будет пчелок и покушать. Так, покушать сейчас надо найти. Так, стоп, насчет покушать. Тут бумеранг. Бумеранг, чтобы птичек бить. Ну ладно, так, берем элитный топор, потому что он мне нравится, он золотистый. Так, угу. В той стороне вряд ли что-то есть, а вот тут лес, ну, может быть. Так, давайте посмотрим, что там у нас есть. Ну-ка, давайте опробуем наш топорик. Раз, два. Просто чик-чик-чик-чик-чик-чик. И ништяк. Вот все, ништяк. Оп, нормально. Так, значит, у нас теперь изучен рецепт элитного... Ой-ой-ой, вот это плохо. Ой, как плохо. Хавчика нет. Еще и дождь пошел. Вообще. Просто здорово. В кавычках. Так, что тут у нас? Поляна и свинка. Грибок. Вот, вот, кустик с ягодами. Ой, свинки. Хм. Лол, деревня? Нет, просто... Ох, лол, деревня! Фу, а я ее искал. Ништяк. Давайте еще возьмем паучью железу. Отковать паучка. Забираем мясо. Забираем... Так, подожди. В Честера. Надо в Честера нашего спрятать. Давайте скушаем. О, вот, нормально. Так, все нормально просто. Так, теперь давайте атаковать. Атаковать, сказал. Вот, все. Да сколько еще бить-то? Все, ништяк. Король, мы к тебе зданию. О, два золота. Какой щедрый наш король. Просто вообще. Так, все, спрятали ништяк. Ага. Ах ты ж. Вай-вай-вай-вай. Вот это прикол. Ну ладно, нормально. Так, у нас тут есть грядки. Значит, семян нету, да, с собой? Семян-то нету. Плохо, плохо. Когда семян нету. Так, это картофелина, нафиг она мне нужна. Так, сейчас покушаем. Все, нормально. Фул. Так, теперь что-то еще есть. Что-то тут должно быть еще.
Может быть... А, кусты с ягодами, точно. Где-то вот тут я их видел. Вот они. Сколько будет бить? Вот. А, одно хп. Ну, это одно хп, не страшно. Я что думаю, может быть, сейчас это выкопать? Блин! Тьфу. Столько ягод пропало зря. Ну, ладно. Так, Честер, ко мне. Ко мне. Птиц, птицы. Муж, жена, собака, птицы, птицы. Вон там у нас есть крылышки, ну ладно. Так, пошлите искать наших пчелок. Потому что пчелки это... Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, проходим, пробегаем. Лол. Ага, ну ладно. Давайте выкопаем. Выкопаем. Оп, выкопали ракетку. Ништяк. Почему? Почему рассудок-то падает? Типа при пожаре. У него падает рассудок или при дожде? Ладно, красную ракету даем. Золото, золото, золото. Много золота. Стой, спрятать все, Честер. Чё? Засранец. А, в нас попала молния, да. Ой. Братан, стой. Опять она сюда спряталась. Стоп. Побежали фастом. Бегом просто так. Теперь нам точно нужно будет сделать цилиндр. Так, нужна научная машина для создания прототипа. Вон они, мои гномики всякие тут теперь появляются. Так, вопрос. Вопрос. Что мне нужно для спального мешочка? Спальник. Фигня. Вот так, чтобы... Чтобы что? Так, чтобы сделать улей, нам нужно сачок. И вот это вот. Ништяк просто. Так, суем, значит, сюда бревно. Два бревна. Все, ништяк. И делаем цилиндр. Забираем из Честера наши... Наши, что мы забираем из Честера наши? Мы забираем из Честера наши паутины. Кстати, необходимо бы... Вот, делаем цилиндр. Все нормально. Все биг-бонг просто. Четко. Честер набить доверху. Угу. В общем, нам нужно сделать... Так, 12, 4, 3, да. 12 нужно нам дерево. Но у нас дерева нету тут поблизости. А в Честере шишечки. Шишечки. Давайте вот сюда посадим шишечки. Может, в Честере тоже есть шишечки? Да, в Честере есть еще 6 шишечек. А в каждой шишечке по шишечке. Вот так вот. Очень без разницы. Сажаем фастом. Фастом, фастом, фастом. Оп, оп, все, ништяк. Честер, ко мне. Хороший мальчик. Так, давайте пожарим ягоды. Кыш. Смысл в том, что это рука до бесконечности. Оп. Оп. И исчезли. Так, сейчас нужно никого к кострищу не подпускать. Это самое главное. Тут всякие вон демоны. Оп, и нет демона. Нормально. Так, 81. Кушаем. 93 все ништяк. И еще скушаем, значит. Так. Так, вот тут вот что-то есть. Давайте, значит, где-то наша червоточина была, через которую мы туда залезли. Я не знаю. А, вон она. В общем, обратно идем сюда, потому что тут... Ну, это ладно, тут, по идее, мне так просто, я знаю. Мне так кажется, что там оно есть. Там просто оно обязано быть. Я имею в виду про... Так, стоп. Находится выживание, вроде сачок. Да, вот сачок. Нужна веревочка. Веревочка и палочки. Ну, все нормально. Вон, бифл какой-то этот. Так, поднимается, нормально. Так. Медленный теперь наш пес. Под названием VX.
Так, ладно, придется туда идти. Так, давайте соберем цветок, чтобы повысить наш рассудок, и скушаем его. Нам ХП дается, ну ХП... ХП же не это, как его. Что-то я хотел сказать, но забыл. Ладно, теперь у нас такой ага, дождик. А, ну я понял. Теперь у нас, видите, такой интеллигентный VX. Вот эти вот псы, вообще такие псы просто, они будут нас язычком бить своим. Да, фух, так, побежали. Бегом. Бегом, братан. Жалко, тут нельзя ускориться, но, конечно, есть всякие там моды, которые... Ага, опять туда. Есть всякие моды, но как бы я вообще не понимаю, для чего такие моды созданы, которые улучшают характеристики персонажей. Просто вообще не понимаю. А, у меня и всех модов, которые есть в Стиме, в этой, как он, называется-то, эта шляпа. Да закрой ты. Мазафака. Так, гайды по VX даже есть, ништяк, вот. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Воркшоп, вот, вспомнил. Воркшоп называется. И всей этой шляпы у меня стоит русификатор. И еще стоял... ну тут, короче, как она называется -то? Интерфейс. Очень там всякие плюшки добавлены. То есть там погода, непогода, в общем, такая хрень. Но как бы особо-то она ничего не влияет. Вот, а вот такие моды, которые там типа есть специально для... вот он, отлично. Которые специально для VX, там... По идее, тут никого не должен быть. Ну ладно, это по идее. Ломаем, ломаем до конца. Ой-ой-ой-ой-ой! Сейчас вспомним. Там, короче, всякие типа апгрейды существуют. Вот, я вообще не понимаю, для чего они. Ну ладно. Так, вот они обратно возвращаются. Ох, промазал, отлично. Бам-бам-бам-бам-бам. Бам-б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 ам
Сейчас вот эти ослы туда вернутся, и мы... О май гад. Фак. Щит. Найн. Омага. Тьфу. Твою мать. В общем, хреново. Ну ладно, начнем новую игру. На этот раз уже за Вуди Вудпекера. Погнали. Старт. Ладно. Нормально все. Ща мы, короче, я покажу. Да, отстань. Все, Люси, экипируем. И рубить. Он вообще просто изи-бризи. Так, фастом делаем, значит, это. Два палочка. Три палочка. Четыре палочка. И рубим сразу. Так, у нас есть 6. Нам нужно 12. Что-то на 3 доски. Доски, доски. Так, 9, значит, за него играть пока одно удовольствие просто. Муа, персонаж, красавчик. Так, значит, рубим дальше дерево. Угу. Собираем, делаем сразу кирочку. Все, кирка есть. И нам нужно... Нам нужно сразу где-то хрень, которую чтобы добыть. Ясно? Нам нужно сразу хрень, которую чтобы добыть. Вот, все, есть золото, погнали. Тут у нас кладбище, значит, ништяк, значит, ништяк. Так, берем кирку в руки и арбайтон. Есть золото, все нормально. Дальше. Тут гнездо большой птицы, вот она. Наша птица, которая муж, жена, собака, птица. Тут пусто, нормально. Отстань от меня.
Вот овца тупорылая. Все, больше мне тут ничего не надо. Ну как ничего не надо? Можно вот эти вот две штучки собрать. Что я сейчас и сделаю. Так, вот тут камень. Ох ты. Лупоглаза овца. Че ты мне сделаешь, а? Че ты? Че ты? А? Засала? Оп. Все. И уходим. Сколько у нас есть? 11. То есть на это нам понадобится... И тут 2. Короче, вообще ни о чем. Все, все, все ништяк. Тут вот золото еще валяется. Можно подобрать. Так. Ну все, нормально. Еще одно золото надо будет где-нибудь найти. Не валяется тут нигде больше золота. Я видел, вроде бы он там где-то валялся. Еще одно золото. Да, вот оно. Все, вот что нам и нужно. Может, пойдем прямо. Надо, да, пройтись прямо. Может быть, там что-то есть. Вот есть еда. Здорово. Вообще замечательно. Есть еда. Ну, собирай. Погнали дальше. Что еще тут есть? Есть поляна. Какая-то опять поляна. Тут херня какая-то. И все, тут граница. Ништяк просто. Значит, сейчас мы с вами будем уходить туда, вглубь нашего острова. Берем Люси и опять долбим. Все, ништяк. Погнали дальше. За весь день, который... За день, ну да, за день, в принципе, потому что сейчас день идет, потом вечер, потом ночь. Мы, в принципе, ничего полезного не сделали, насобирали дерево, золото, можем сделать научную машину, что я сейчас и сделаю, но ставить ее не буду, как обычно, потому что я пока еще не нашел места. Так, и все, можно уже строить планы на алхимические машины. Так, забираем опять хавчик. Дальше идем, бежим, идем, бежим, бежим, идем. Дорога, ништяк. Значит, где-то тут должен быть Честер. Вот тут поляны вон всякие. Скоро на боковую, я думаю, скоро бомбануло. Я немного прочитал, но ладно. Так, бежим, бежим. И, надеюсь, Честера мы сейчас же найдем. Ну, в любом случае, мы побежим еще что в другую сторону, так что нет никаких проблем. Рубим вот это дерево фастом. Фастом, как обычно, мы все делаем фастом. О, да, что, да, там, братан? Я тебя немного не понимаю, ну ладно. Рубим дальше. И на кострище нам нужно... Что я могу сделать из этого? Вообще ничего. Потому что у меня нету... На костер нам нужно 3. То есть 1, 2, 3. И все, ништяк. Значит, давайте тут соберем всякие кустики. Морковки. Еще ягоды. Морковку. Ягоды. И пойдем дальше. Бегом, бегом, бегом. Где там наша дорога? Я слышу паучка. Паучок. 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 Ку-ку. Так, где свиньи, там пауки. Где пауки, там, в принципе, и свиньи. Ну, это правило не всегда работает. Ну, ладно. Бам-б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 ам
Я не знаю, но мне что-то это подсказывает. Да, это и есть деревня с королем, вот хавчик. Все, ништяк. Собираем хавчик. Значит, в той стороне будет деревня с ресурсами. Замечательно. Ладно, сейчас семечку подобрать. Вот, ништяк. Потому что, если что, нам будет что сажать хотя бы. И с тобой отличная команда. Это говорит Люси своему хозяину. Что, еще покопаем? Ой, покопаем, порубим. Что, даун? Даун, 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 даун. Отстань. Отстань от меня. Отстань. О, все? Ништяк. Быстрей. Так, все, ништяк. Создаем костер. Нормально все. Он не мой король. Да, он не твой король. Так, все нормально. Пока для первого дня все ништяк. Отлично, very good. Зубибарин. Зубибарин.